пробует, Оксана пробует. Сегодня в рубрике «Оксана пробует» я буду прыгать на батутах, и поможет мне в этом инструктор Андрей. Заходим сюда. Мне, знаете, прямо прыгаешь и дух захватывает прям. Чувствую, буду орать. Сет. Как это? Сет. 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 Я это сделала! Ой, вот! Я сделала! С этого же сета, только на живот. Ну, почти. Сейчас, раз, два, три. Раз, два, три. Сложимся. Садимся, а потом ноги куда-то там. Как у вас нервов хватает? Хватает. Это же элементарно сделать не могу. Почему, Ваня? У меня получилось! Сет, по-моему, сет. Вот так вот. Ну, это база. Это базовые? Я вас достала, потерпите меня капельку. Раз, два, три. Садимся, поворачиваемся. Встали. У меня не поворачивается, если тело. Единственное, что я более-менее смогла сделать. Нет, если по-честному, как вот вы считаете, нормально, ну как, не совсем все потеряно у меня, или вы меня успокоите? Ходить месяцок, так можно и много чему научиться. Птичка улетает на юг. Раз, два, три. Ну так... Я не дурочка, не думайте. А если у вас есть какие-то свои идеи, что я должна попробовать в своей жизни, пишите в комментариях с хэштегом «Оксана пробует». Давайте свои советы, и я буду пробовать. А теперь я полетела. Это прыжок? Пробует! Оксана пробует!